В общем, буквально начиная с 1 июня возможность развертывания соответствующих работ на данном участке есть. Правильно совершенно я понимаю? Верно. Да. Вы подтверждаете это? Именно, да, подтверждаем именно по первым разделам, которые выйдут с экспертизы, техническая часть. С учетом новых документов, которые сейчас изготавливаются проектным институтом экспертизы, есть возможность начать полномасштабные работы уже буквально с 1 июня, соответственно, на следующей неделе. Да.